Тима, Тома, Тима, Тома, лучшие друзья. Тима, Тома, Тима, Тома, им скучать нельзя. Летом и зимой, громче ты слепой. Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не сидится дома. Тима, Тома, Тима, Тома, не разлей вода. Тима, Тома, Тима, Тома, весело всегда. Летом и зимой, громче ты слепой. Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не сидится дома. Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не сидится дома. Да, Тима, Тома, Тима, Тома, Тима, Тома. Интересно, кто из зверей самый сильный? Я думаю... Слон. А я думаю, бегемот. Слон. Бегемот. Слон. Бегемот. Кстати, а у нас дома кто? Слонёнок. А Тима? Бегемотик. Так давай у них и спросим, кто из них сильнее. Опа! Держи! Промазал! Слоником и бегемотиком. Дружба победит. А как же мы теперь узнаем, кто сильнее? Из книг узнаете. Пошли в библиотеку. Помогите! Там! Скорее! Что? Что случилось? Там! Ты как туда попал? Я в котика играл. С утра так сидит, а скоро обед. Я есть хочу. Надо его спасать. Ну как? Не-а. Не-а. Высоко. Есть хочу. У меня идея. Он боится высоты. Надо сделать так, чтобы высоты не было. Мама! Мама! Давай! Ой! Ой, а что это вы тут делаете? Помоги! Напугал, котик. Мяу! То есть хорю. Зато теперь я знаю, кто на свете всех сильнее. Кто? Я? Ну, конечно, ты найдешь. Сильнее слона.